Друзья, всем привет! И вы снова на канале Cooking Brunch. Сегодня мы приготовим вкуснейшую сочную курочку в апельсиновом маринаде. А прежде чем приступить к приготовлению, хочу поблагодарить всех зрителей за ваши комментарии, за поддержку моего молодого канала лайками. Если еще кто-то не подписан, самое время подписаться с колокольчиком, чтобы не пропускать много интересных видео. Всем желаю приятного просмотра. Итак, поехали! Сегодня мы приготовим просто нереально вкусную нежную курочку в апельсиновом соусе. И для ее приготовления я взяла 300 вот таких бедрышек стейков у меня. Можно взять абсолютно любые части курочки. И сейчас будем ее мариновать. Для маринада нам нужно взять один средний апельсин и нарезать его кружочками. Апельсины мы отправляем в емкость, где будем мариновать курочку. Сюда же я высыпаю 2 чайные ложки соли, 1 чайную ложку красного перца, 1 столовую ложку меда, 4 столовые ложки подсолнечного масла без запаха. И еще нам понадобится стакан апельсинового сока. Выливаю его сюда же. Маринад размешаем теперь и отправляю сюда стейки курицы. Каждый кусочек обмакивая в маринад. Накрываем пленочкой и оставляем мариноваться на 2 часа при комнатной температуре. Курочка у меня уже замариновалась и сейчас будем ее выкладывать в форму для запекания. Форму для запекания я наливаю столовую ложку растительного масла без запаха, подсолнечное у меня. И распределяем его по всей форме. Выкладываем кусочек курочки и апельсин. И так перекладываем каждый кусочек. И поливаем маринадом, в котором мариновалась курочка у нас. Теперь эту солнечную красоту я отправляю в духовку выпекаться при 200 градусах на 60 минут. Вы только посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получилась. Курочка, да в апельсиновом соке, да с кружочками апельсин. Очень вкусно, ароматно, сочно. Вкуснейшую, сочную, ароматную курочку мы сегодня приготовили с тонкими нотками апельсина. Порадуйте своих родных и близких, приготовив это блюдо. А если вам понравился мой рецепт, обязательно приготовь, лайкни, подпишись. А я с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов.